вы, получая сегодня дипломы, вступаете в новую жизнь. И я хочу, чтобы в этой жизни вы достигли тех высот, к которым вы стремитесь. И я хочу, чтобы вы оставались верными своим принципам и любили свою альма-матер. Лучшие из лучших на финишной прямой. Эти выпускники Казанского федерального университета успевали не только учиться на отлично, но и заниматься общественной и научной деятельностью. Свой диплом они получили из рук ректора Ленара Сафина. Этот день стал для выпускников поистине особенным, ведь теперь каждый из них пойдет своей дорогой. Кто-то начнет работать, кто-то продолжит обучение на магистерской программе. Это как большая перезагрузка, в котором ты понял, ради чего ты учился. Потому что ты и практически посмотрел, и теоретически все это, и руками ощутил, и попробовал, больше практики было. И сравнивая с школой, там просто получил, сдал ЕГЭ и пошел учиться. Там была неопределенность большая и боязнь. А сейчас заканчиваю институт. У меня есть полная уверенность, что все получится и все возможно. После получения диплома, после всех официальных церемоний, я уезжаю на работу. Есть предложение от международной компании, и уже выхожу работать и постараюсь это также совмещать с магистратурой здесь. Приоритетов для обучения у меня очень много, так как я оканчиваю сегодня бакалавриат. Я на магистерскую программу также подаю в Институт управления экономикой и финансов на магистратуру. Это общестратегический менеджмент, где 2 года обучения магистратуры осуществляется только на английском языке. Сами выпускники признаются, за студенческие годы с ними произошло многое. Каждый смог обрести свое истинное предназначение, найти точку опоры, раскрыть свои сильные стороны и попробовать силы в новых направлениях. За последние 4 года обучения бакалавриата, кроме учебной и академической успеваемости, я смог проявить себя как в научной деятельности, смог опубликовать 5 научных статей. Учеба в институте – это не только занятие, безусловно. У меня была очень активная и спортивная, и общественная деятельность в институте. И каждый момент, он был по-своему уникальный, по-своему остался в моем сердце. В сообществе работали, это называлось «Общество инженеров нефтяников», в котором мы развивали личностные качества каждого, в которое в итоге облилось большое объединение, которое стало лучшим в мире, признано в 2022 году. И это уже движение распространяется, стало очень большим. И я побывал вот как промежутке, в котором сделал вклад, что оно стало таким большим. Впереди их ждет многое. Новая обстановка, новые люди, новые достижения. Самое главное, что выходя в большой мир, они точно знают, что связывают свою жизнь с тем делом, которое им действительно по душе. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.